Эти женщины не только лечат пациентов, но и борются с пережитками зимы и человеческой невоспитанностью. Сменив белые халаты на рабочую одежду, сотрудники третьей поликлиники отправились расчищать прилегающую территорию. Колоть лед, ворошить снег, убирать мусор. Татьяна Лунина работает в поликлинике уже 20 лет. Говорит, коллектив здесь дружный, сотрудники все привыкли делать сообща. У нас маленький уютный дворик, больные у нас постоянные, и все привыкли к тому, что у нас очень чисто и уютно. Маленький дворик несложно держать в чистоте. Снег ворошили, подметали, обрезали деревья, розы, сирень. Все деревья во дворе работники поликлиники высадили сами. Каштаны, ели, даже рябину. Говорят, летом здесь настоящие сады Семирамиды. Красоту наводят не только для себя, для пациентов. Патриотический порыв, чтобы очистить территорию, чтобы быстрее можно было выйти во двор на солнышке для пациентов, чтобы они могли отдыхать. Татьяна Петровна Блинова третью поликлинику посещает несколько лет. Уверена, порядок во дворе поднимает настроение и помогает быстрее выздороветь. Убираешь дома у себя, так и здесь. Это же их родной дом. Неприятно заходить в этот двор. На большую уборку работники третьей поликлиники выходят регулярно. Когда во дворе подсохнет, сменят лопаты и грабли на кисти и ведра и будут красить лавочки, урны и белить деревья. Такому примеру могут последовать все неравнодушные самарцы и в апрельские дни внести свой вклад в благоустройство города. А 18 апреля состоится традиционный субботник, к участию в котором приглашаются все горожане. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».